Вот мы и дождались нового обновления в CarDealership Tycoon. Вышло новое обновление и новая машина. Машина довольно-таки необычная и сама по себе неплохая. Стоимость данной машины, если я не ошибаюсь, то да, 11,5 миллионов долларов, задний привод, скорость 408 км в час. Данное обновление ожидалось быть лучше, но оказалось и так неплохо. Неплохое. Вышла только одна машина, и должен будет выйти новый трофейный сезон, будет второй сезон. Ну что я могу сказать про это новое обновление и данный автомобиль? Автомобиль неплохой, все супер четенько. Скорость у него достаточно приличная. И я считаю, это цена на нее достаточно достойная. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждите новые видео. Всем пока!